Всем привет! С вами канал Art Mania. И сегодня мы с вами определяем вес яблока. Сколько же у нас в килограмме яблок? И сколько весит одно яблоко? Или два, или три? Сегодня у меня вот такие яблочки. Это жигулевские, но еще не дозрелые. Так. Это где-то среднее яблочко. Одно яблочко весит 122 грамма. Давайте другой попробуем. 110. 115. Ну да, где-то, наверное, 120 грамм весит одно яблоко. А теперь давайте проверим, сколько же в килограмме яблок. К примеру, вы собрались сделать варенье. И у вас нету денег. Или мало денег. Вы хотите купить определенное количество яблок на килограмм, например, чтобы сделать варенье. Одно яблочко. Второе. Тарелка уже взвешена. Третье. Смотрите. Три яблочка уже весят 340 грамм. 346. Так, три. Четыре. Пять. Шесть. Один килограмм и 20 грамм. А теперь вспомните, или может быть вы считали, сколько яблок лежат в тарелке. Напишите в комментариях. Кто напишет правильный ответ, попадет в следующий ролик. Ваш комментарий. Кто угадал правильно? 9 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Значит, у нас получается средних яблок в одном килограмме 9 штук. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Пишите свои вопросы, комментарии, отзывы. И всем пока-пока. И ставьте лайки, не забывайте.